«Любовь моя», красавчик Сергей из сериала «Татьянин день», показал взрослую дочь, превратилась в прекрасного лебедя. Наследница актера отметила 26-летие. В честь праздника Кирилл Сафонов опубликовал в Инстаграм совместные фото с дочерью и прикрепил к нему трогательные поздравительные обращения. «Любовь моя, ты, наверное, еще спишь, а папа вот уже давно сидит и вспоминает тот 1994 год и благодарит судьбу за каждую минуту. Как же ты хорошеешь с каждым годом, доченька, горжусь тобой, люблю тебя, всегда рядом». Подписчики Кирилла Сафонова, который откровенно рассказал о разводе с первой женой, остались в полном восторге от его новой фотографии с дочерью. Они засыпали инстаграм-страницу звезды сериала «Татьянин день» многочисленными комментариями и хвалебными словами в адрес его красавицы-дочери. «Какой же вы классный и дочка-красавица у вас! Поздравляю доченьку Кирюша! Благости этого мира! С именинницей наше поздравление! Папина гордость и счастье!»